Купил себе двойной окучник для посадки картофеля. Прицепил его сперва стандартно на сцепку сзади. Получается такая картина. Колеса мотоблока едут по двум буграм, и они постоянно с них всплывают. Было принято решение окучник перецепить на вперед. Теперь колеса мотоблока уверенно уже идут в борозде окучника и никуда не прыгают. Thank you.
спасибо за просмотр. И если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.